В эфире «Панорама Макеевка». Здравствуйте. На Макеевском море утонул человек. Труп мужчины 65-го года рождения водолаза областной спасательной станции достали вчера. Об этом сообщил начальник караула 9-й пожарной части Макеевки. Причину смерти после проведения судебно-медицинской экспертизы установят правоохранители. По словам местного жителя, за день до происшествия люди видели, как мужчина ловил здесь рыбу. В городе это 15-й случай гибели на воде. Это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщил начальник караула 9-й пожарной части Макеевки. По большей степени, конечно, алкогольное опьянение. Люди купаются в состоянии алкогольного опьянения. И я всем рекомендую жителям города соблюдать правила поведения на воде.